Всем привет! Это у нас бета-3. И сейчас будем делать эксперимент по перемещению соседа. Почему-то мельница стоит, давайте выстрелим всем, что там есть. Не знаю, что-то вылетело. Какой-то фонарик. Давайте сейчас прилетим сюда, где шестеренки. И смотрите, я его перемещу. У меня некоторые подписчики просили, так что я вот выполняю задание. Все, видели, сосед? Так, мы соседом заблокировали, похоже, шестеренки. Он меня поймал. Так, что из этого получилось? Мельница стоит. Давайте полетели вызволять, похоже, клей. Может быть, не клей. Может, еще что-нибудь вылетит. Нормально, два клея. Так, давайте еще раз. Смотрите, мельница крутится. Я вот сейчас телепортирую соседа. Все, он там. Как мельница перестанет крутиться, значит он... А, нет. Все, телепортировал. О, мельница встала. Не на ту кнопку нажал. Сейчас посмотрим, что у нас вылетит из трубы. Фонарик какой-то невидимый. О, смотрите, это что такое? Это что за существо? А, это фонарик. А что он так крутился страшно? Вот это прикол, я взял фонарик соседа, который, наверное, не должен был взять. О. Видели, он улетел сквозь землю, его не существует. Вау, yes! Это шедевр. И вот он опять. Его не существует в реальности. Я Ой. Смотрите, прикол. Все. Он падает бесконечно. Давайте с высоты с большой скинем. Он бесконечно будет падать, потому что его не существует, он не может лечь. У него нет массы никакой. Все. А, вот он тоже виден. Ну-ка, меня подкинет. Нет, я ему не мешаю. Вообще стоит. Прикол. Ну-ка, можно им стекло разбить? Не, насквозь все пролетел. Так, и где он тогда? А сосед-то у нас, интересно, все еще в мельнице. Его-то никто не вызволял. Сейчас слетаем к нему. Так, ну понятно, что ничего не понятно. Полетели к нему. Мельница уже крутится, но, скорее всего, сосед там. Мне главное ничего в руках с собой не нести. А вон сосед бегает. Он опять клей кинул. Так, он клеями бросается. Неплохо, но он интересно может заклинить механизм. То есть может игра вылететь. Так, ну ладно, он клея много накидал. Давайте сейчас
Я выстрелю клеем вниз, а потом попадусь соседу. О, а откуда стул? Его тоже не существует? Нет, он, похоже, существует. А откуда он там? Сосед же не мог стул выкинуть. Ладно, прикол. Давайте попадусь соседу. И потом еще раз его закинем. Фонарик странно исчез куда-то. Все, я попался. Так, мельница. А, но мельница не работает, потому что клей попал. Вон сосед идет. Сейчас еще раз слетаем. И посмотрим, что получится. Ну да, один клей. Где сосед? Он с фонариком или нет? Так, сосед, пока. О, телепортировал. Мельница крутится. Как лететь-то? Лучше так, наверное, чтобы было все видно. Так. Он, похоже, с собой фонарик не брал. Давайте посмотрим на него. Бегает. Ладно, еще раз попадусь. Он меня не видит как будто. Прикол, его надо еще ловить. Сосед, ты меня не видишь? Ну как тогда ему попасться? Он меня не видит. Прикол. А, его фонарик, похоже, вообще исчез. У него теперь нет фонаря. Глупый сосед не видит. Я же бегаю-то уже без полета. Ладно, полетел. О. Интересно. Так, ну давайте еще попробуем вдруг какой-то глюк. Сейчас что-нибудь получится. Нет, ничего не вылетело. А это у нас что такое? Будильник. Так, это плохо, что сосед не видит, но кто меня еще может поймать? Никто, только сосед. Ну, вот слепой. Ну, он подозрительный. А, давайте еще раз его телепортируем. Так. Сейчас, может, увидит. Ему надо прям конкретно показаться. Так, где он появляется-то? Не, он меня не видит. Ладно. На этом видео закончим. Вот, смотрите, какой дом. Такой смешной рисунок. Ну, даже я бы сказал, как обои какие-то. Интересно, как так? Всем спасибо за просмотр. Вы видели несуществующий фонарик, причем я его в руках держал. Это, наверное, единственный случай в соседе.
Его кидаешь, он сразу же насквозь летит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Топси, всем пока.